С ГМУ начал работу международный форум «Медицина будущего Арктики». С докладами выступят молодые ученые из Архангельска, Оренбурга, Челябинска и Казахстана. В течение 2 дней пройдут научные конференции и образовательные программы. Наши студенты, они все более активно с каждым годом принимают участие в международных конференциях. Им необходимо как бы полигон для отработки своих докладов. И вот с этой точки зрения у нас 3 года назад была внедрена и разработана секция «Медицина на английском». В этом году в связи с кризисом не все желающие смогли приехать на форум. Некоторые участники о результатах своих исследований расскажут дистанционно при помощи видеосвязи.